Здорово, Империя! Микрофон Артём. Это канал SnowWorm TV. У нас очередная новая игрушка. Это плейтест в Steam. Можно зайти, попробовать взять доступ. Вам, возможно, его одобрят, возможно, нет. Игрушка, по-моему, плейтест у нее до 18 февраля, если я не ошибаюсь. И у игрушки есть кооператив. А можно играть одному. Ну, так как, видимо, это плейтест, видимо, здесь нельзя пока играть в кооперативе. Найти игру нельзя нажать. Вот, игра есть русский язык. Играем мы за дворфа. И здесь есть какой-то экзоскелет, экзокостюм, которым мы будем в общем, мы потерпели крушение на каком-то острове. У нас и костюм есть, дракон и дворф. В принципе, вот такой вот у нас наборчик, как говорится, для выживания. Ладно, давайте смотреть. Сейчас закрутится. О, он еще и разговаривает. Что это была за буря? Это точно было неестественно. Неестественно, так неестественно. Так, стоит попробовать. В разработке не представляет окончательный вид. Так, ладно. Почините меха, отсутствует 500 деталей. Руль. Словно двигатель. Соберите с разрушенного части деталей. Молоток. Ворон может быть отправлен к северным кланам, чтобы передать хорошие вести о том, что новые колонии готовы к поселениям. Так, шестеренки. Лампа. Соберите часть с разрушенного дирижабля. Еще где-то есть. Место для колонии, кстати, не, пока, видимо, нельзя отослать ворону. Что-то упало подальше. Думаю, это хорошее место, чтобы прочувствовать этот запах леса. Пора строить базу. Так, меха можно вообще оживить? Нарисовано оно прикольно. Just look at this mech. That's what I call good dwarf workmanship. A few dents, that's all. I'll fix them right away. А вон дракончик сидит сверху. The mech is ready. Time to get in. Так, мех починили. О, я сел в него. Построить главную базу. Ctrl панель инструментов. Так, карта. Квесты, инвентарь. Персонаж. Получается, прокачка на троих, да, здесь идет. Смотрите, у каждого есть свой уровень. Так, Ctrl, база. Новое задание. Так, основная база. Подожди, я могу в любом месте строить?
Угу. Робот собирает. А, у него, кстати, энергии, походу, есть у робота. У него какой-то баллон сзади, вон, с жидкостью. Или что-то он, по-моему, не кончается пока. Так, нам нужно найти базу, где поставить можно. Давайте здесь, где-то здесь поставим. А, вот, видимо, для чего нужна энергия. Мы готовы начать строительство новой колонии. Дерево и камень, или как там говорится. Ворона прилетела. Ворона может быть отправлена так. Место для колонии. Ага, соберите 220 дерева. Погнали собирать дерево. Этих выживалок 1 000 000 штук уходит. В принципе, это приятная какая-то такая. В кооперативе, я думаю, будет неплохо. Так, дерево сохнет или гниет, а камень кружит веками. Из дерева можно построить укрытие, но без камня дом не построить. Найдите каменоломню. Вот она. А, вот, мана. Вот откуда мы сосем ману. Так, подожди, это не каменоломня, это мана. Каменоломня. Наверное, где-то здесь. Ягоды. Собираем. Вот, камень, наверное. Вот это каменоломня, наверное. Подожди, подожди, посмотри на эти царапины. Кто-то уже был здесь, до нас. Моя дорога — это просто кусок скалы, а скалы — это дикой земли. Мы здесь впервые. Здесь, походу, монстры будут сейчас. Уничтожь гнездо монстров. А, у меня выносливость кончилась. Удар, блок. Смени цель, прыжок. А, у меня только один удар, что ли, я так понял? Это гнездо нужно уничтожить. А, вот как надо делать. Надо попадать в такт. Жесть. Это прикол. Нужно, короче, попадать по этой зеленой полоске. Так вот. И он делает комбинацию. А я вот так вот постоянно нажимаю, поэтому он бьет как калека. Найдите каменоломню. Я же вроде нашел каменоломню. Соберите камень. А, мы собрали 100 камня. Построить скважину на источнике маны. Здание колонии нужно в мане. Так, найдите подходящее место. Ctrl. Так, вот она. Ставим. Все, она качает, получается, ману. Найдите новое задание в строке лесопилки. Лесопилка. Вот лес. А, вот поселение, а вот ресурсы. Можно переключаться. А лесопилка где строится, на чем?
Все, вижу. Она будет добывать дерево, получается. Подключите здание к сети маны. А, она не будет добывать. Нужно подключить. Так, чтобы подключить, наверное, вот эта штука, да? Все, мана пошла. Да. Новое задание. Постройте каменоломню. Погнали. Так, каменоломня. Ставим. Сразу же нужно кей провести. А я могу, наверное, подсоединить к этому же, да, уже готовому. Да. Расход маны 10 ежедневно. Производство камня плюс 300. Ну, хорошо, что не надо, короче, это, ну, все рубить в рукопашную. Тут как бы вот такое более автоматизированное все. Нам пригодится оборона, она говорит. Так, постройте базовые оборонительные турели. Отсутствует 15 дерева. Сейчас накопаем, не проблема. Откуда оборонительные? Куда строить? В какую сторону? Так, вот. Смотрите, здесь появились турели всякие. Пушки. Минометная. Вот минометная — это хорошо. Давайте ее вот поставим. Радиус у нее, конечно, непонятно как. Наверное, где-то здесь поставим ее. Так, эту турель нельзя поставить далеко. Это что? Сторожевая башня Ворон. Ворон обитает в сторожевой башне и видит опасность издалека. Башня на воздушном шаре стреляет по ближайшим... А, мне не хватает. Я не ту турель поставил, кстати. Сейчас я выпилю здесь все деревья, чтобы они не мешались. А, подожди-ка, нашему шалашу же тоже нужен, походу. Энергия. Все, питаются они? Все, это вроде работает. Отсутствует камень. Я просто не знаю, с какой стороны будет нападать. Поэтому без понятия. Построить оборонительные стены. Турелька есть. А вот стены, вот где вот они? Откуда-то они будут? Отсюда, оттуда, я не понимаю. Такой-то, кстати... Какой-то этот здесь есть. Активировать. Портал какой-то. Не знаю, что такое, но портал. Давайте стены. Стены. Это что, стена? Оборонительная стена. Блин, хрен его знает. Если честно.
Она небольшая, да? Но я чисто закрыл, короче. Блин, не хватает. Автоматизировано, конечно, но... Добывать руками, по-моему, проще. Благо, робот быстро это все делает. Так, хватает теперь. Давай его здесь поставим, чтобы он защищал. А он к этому не присасывается, да, получается? А не присасывается. Постройте баллонную оборонительную... Ага, еще тебе вертет построить. Баллонные, что это? Воздушные башни, которые? Ну, все равно не хватает дерева, как обычно. На... А, кстати, темнеет. Неплохо. Время суток сменяется. Три ресурса. Дерево, камень и металл. Металла я пока не видел. Возможно, конечно, все что-то изменится, потому что это все-таки бетка. И тут, наверное, поменяет еще что-то в этой игре. Так. Нужно такие две. У нас камня не хватает, у нас много. Вот эту, кстати, жилку тоже же можно выкопать. Но она маленькая какая-то. Надо вот такие большие копать. Так. Ну, наверное, надо еще вот тут поставить одну. Такую. 12 камней не хватает. Всё. Чем должны быть в безопасности? Построй дом. О, дождь пошел. Или что это? Что происходит? Монстры. Монстры повылазили. Давай, ближе, ближе подходите. Так, не трогай мои турели. Какие-то мурлоки из Вовки. Нет, он не горит. Так, отошел. Починить.
Сломали мою башню. Гады, блин. Так, дома какие-то нужно построить. А что, еще где-то есть монстры? Блин. Постоянно чего-то не хватает. Так, ладно, давайте здесь остановимся. Берите на вооружение данную игрушку, кому понравилось. Прикольная выживалка, а в кооперативе, я думаю, будет вообще топчик в нее играть. Такая необычная. Со своими этими приколюхами различными. Насколько я знаю, сейчас до сих пор еще можно получить доступ. Заходите в Steam, пробуйте, скачивайте, играйте сами. Ну а с вами был, как всегда, Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики, приходите на стримы. Все ссылки будут в описании. Увидимся всем. Пока-пока.